Что же должен сделать мужчина, чтобы добиться от тебя такого же внимания? Трудно сказать, но кажется, ты на верном пути. Что же, отлично. Правда, это не я тобой так интересуюсь. А кто? Мисс Жаклин Натва из Натва Технологис. Ну, знаешь, создатель всего и вся. Такая высокая, симпатичная. Отойди-ка, Ларсон. Мэм? Взгляни на это, Лара. Понимаешь, о каких суммах идет речь? Извините, я работаю из спортивного интереса. Тогда тебе тем более понравится Перу. Необъятные горные просторы, покрытые ледниками. Крутые утесы, коварные расщелины, дикие ветра. И еще вот эта вещица. Старинный артефакт с магической силой, спрятанный в гробнице Квалапека. Он-то мне и нужен. Ты могла бы отправиться завтра. У тебя же нет планов на завтра. Добро пожаловать ко мне домой. Я проведу небольшую экскурсию. Используйте стрелки, чтобы идти в музыкальную комнату. Хорошо. Теперь немного акробатики. Нажмите клавишу прыжка. Теперь снова нажмите прыжок и быстро нажмите одну из стрелок. Я прыгну в одном из направлений. Это главный холл. Прошу прощения за беспорядок. Много вещей нужно перенести в хранилище, но грузчики еще не прибыли. Подойдите к ящику и, продолжая нажимать клавишу вперед, нажимайте клавишу действия. Тогда я залезу на ящик.
Раньше это был бальный зал, но я переделала его для занятий гимнастикой. Что скажете? Что ж, сделаем пару упражнений. Я не всегда бегаю, сломя голову. Иногда требуется... С зажатой клавишей ходьбы я никуда не упаду, даже если вы будете неосторожны. Давайте, попробуйте. Если вы хотите осмотреться, нажмите и держите клавишу «Смотреть». Затем нажмите клавишу нужного направления. Если я не могу допрыгнуть куда-либо, я могу ухватиться за край и уберечься от падения. Идите к краю с белой линией до тех пор, пока я не остановлюсь. Затем нажмите прыжок и сразу же клавишу вперед. Когда я окажусь в воздухе, нажмите и держите клавишу действия. Нажмите клавишу вперед, и я полезу наверх. Если нажать прыжок во время бега, то я без проблем совершу такие прыжки. Идите к краю с белой линией, пока я не остановлюсь. Затем, перейдя на шаг, нажмите клавишу назад, чтобы дать мне место для разбега. Нажмите клавишу вперед и сразу нажмите и держите клавишу прыжка. Я совершу прыжок в ту же секунду. Так, а теперь сложный трюк. Сделайте, как и прежде, прыжок с разбега, а затем, пока я в воздухе, нажмите клавишу действия, чтобы я ухватилась за уступ. Отлично! Попробуем туда забраться. Нажмите клавишу вперед, а затем зажмите клавишу действия. Мне туда не залезть, проход слишком узкий. Нажмите клавишу вправо, и я перейду на руках на свободное место. Затем нажмите вперед. Нажмите клавишу назад, и я отпрыгну назад. Сразу же нажмите и держите клавишу действия. Тогда я не упаду, а ухвачусь за край. А теперь поплаваем. Клавиши прыжка и стрелки изменяют мое направление при плавании под водой. Используйте клавиши вперед, вправо и влево для перемещения. Хорошо, а теперь пора переодеться в сухую одежду.